второй раз. Ты откуда ударил? Во, отлично, ребята. Дар драгона нашел. Hey, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Серега, Дарт Драгон, комик Дарт Вейдер. Как всегда, очень много классных подписчиков. Пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Hello. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Карта у нас Майнкрафт. Один из нас будет брать аниматроника, а мы должны очень сильно запрятаться и максимально долго прожить. Выиграет тот, кого он найдет последним. Если опять, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем. Приятного. Так, Серега, я взял, короче, глобус и буду смотреть, как этот челепиздрик нас ищет. Кстати, мы специально выбрали человека, который очень плохо играет в Гаррис Мод, и навыки в прятках у него очень слабы, поэтому у нас есть все шансы быть вообще не найденными. Так, я, Серега, за ним уже наблюдаю, вот он топает за Чику, ищет пацанов. Будь внимателен, они могут скрываться даже на самом видном месте. Ребята, ставьте лайкосик. Подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Мы стараемся записать что-то очень интересное и прикольное. Так, а где этот челепиздрик ушел? Так, вот он, вот я вижу. Так, чекаем. Наверх поднимается, да? Кажись. А ты что, на крыше здания какого-то? Я? Да. Нет. Нет. А с чего ты это за? Это Серега? Да, это я. Не, я летаю просто за глобус и все вижу. Ты не обращай внимания, я все четко играю. Пацаны, делаем ставки, он как будто вообще найдет. Классно задыкались, молодцы, ребята. Я нашел тебя, ты глобус. А, ну да, а ты банка, Пепси. Я думал, ты меня нашел, думаю, нифига себе, ты молодец. Так, он что делает? Спускается. Идемте вниз. Вижу, вот он. Так, тот, кто нас ищет, у него какой никнейм в игре, Серега? Гордей. Гордей. Ну, Гордей Чика. Ну, давай, ищи нас. Чика Гордеевна, давай. Он никого не найдет из нас. Найдет. Я надеюсь, у него это получится. Но, кстати, Серега, не зря, да, я выбрал этого человека, который очень плохо играет. А он 100 лет с нами не записывал. Да. Кстати, у меня цель делать так, чтобы он вообще не нашел никого. И он начал сдаваться, мы вышли все. И ролик закончится фейловый. Давай. Испоганься. Настроение, ребята, классное у нас. Ну что, давай, я на тебя надеюсь. Кстати, он приближается, как пацаны, к одному из вас. Так. Я слежу его. А он специально шаги отключил. А-а-а. Он может это делать, да? Я его тоже не слышу. Рано, только что белого где-то. А не, он где-то тут. Вот он. Я вижу, я за ним слежу. Так, он пошел. Гордей, ну. Так, думай, где ты еще не был? Нашел первого. Нашел? Блин, Серега. Он в шахте был один. Блин. Я живой. А где ты? Давай я тебя... А, не говори, я тебя и так найду. Мне кажется, ты на дереве. Да, нет. Хотя да. Хотя нет. Так, блин, а где ты можешь заныкаться? В шкаф... О, подожди. В ванной. Ой, блин, что-то я не то сделал. Я вышел с предмета. Я нажал, хотел открыть сундук. Нормальный? Так, глобус выдвигается. Вторая копия. Так. Невозможно выбраться. Да? Это Гордей нашел, берите аниматроник. Да, и помогайте ему тоже искать. Вы же видите, что не так все просто, как кажется. Я нашел зачаровательный стол. Да? Вы сейчас зачаровывать что-то? Да. Арбуз. Блин, Серега, будет, знаешь, что классно, если тебя найдут последнего? Не меня найдут, нас Серега последний. Найдут. Не. Ну меня точно не найдут. Серега, я такую нычку выбрал, я просто заныкался в пиксель. Угу. А что ж я Пикачу выбрал? Дим, ты не один такой. Да, ты даже хитроумный.
Серега, я знаю, где ты. Не. А нычка-то хорошая, да, ребята? Самое высокое дерево на карте. А может ты в дереве? Нет, тебя нету. Пацанам помогаю искать, но ищу тебя, Серега. Все-таки знаешь, что ты какую-то нычку очень крутую выбрал. А какую, не говоришь. Расскажу в конце, когда уже это сдадитесь меня. А может ты сдашься? Вот ты где, Серега. Ура, я нашел эту нычку. Тут нету. Блин, да ты задрал. Давай, выходи. Нет. А зачем его выводить? Если он спрятался, хорошо. Ну пусть подскажет как-то. Вижу издалека, как чего делать. Я в здании. Я в большом здании сижу. Понятно все с тобой. Давайте еще. Так, карта очень запутанная. Я через такие дебри тут пролетел, вы даже не представляете. Нычек очень много. А, Серега, ты же в воде. Нет. Не в воде? Нет. А где ты? В Караганде. Ладно, ладно. Пацаны, кого нашли? Только Комик Санс и все. А, вы вдвоем ищете нас? Да, карту, конечно, я замудренную выбрал. Бонусы летают какие-то вонючие. Арбузы летучие. Черепа вонючие. Типа можно летать? Я как гаст. А мы в предметы вселяемся и летаем. Жалко, что аниматроники не могут съесть эти предметы. А, нельзя, мы заново можем взять. Кажись, они не найдут нас. Блин. Не, они нас не найдут. Да, вот это сегодня пацаны вообще жестко заныкались. Ага. Как говорится, играют профессионалы, которые знают, что им делать. Серега вообще так зашкерился, я более чем уверен, что у него нычка, конечно, хуже, чем у меня, но она того стоит. Серега, давай теперь ты стреляй. Это ты? Фоксик кого-то пытается догнать. Он в здании деревянном, пацаны. Да. Что, я? Ты, да. Нет, я не в здании, если что. А, нет? Да, не в здании. Я возле него. А, ты возле здания? Блин, ну Серега вообще, нычкарик еще тот. Моя фаска. Ого. Тут ты летал только что за рядом глобусом. Рядом был, рядом. Тут ты летал за глобусом возле меня, мимо меня пролетел. Это я был. О, ты только что не заметил меня. Да? Да, ты только что пролетал. Хорошо, давайте тогда можно брать аниматроника, который бьет на расстоянии. Так ничего. А как найти? Пусть ищут. Ищи тогда нычку нормально, выбирайте, чтобы вас не убили. Я в здании сижу. Все, давай, сиди в здании. А пацаны сейчас будут вас мочить очень жестко. Я более чем уверен. Смотри, первый ушел. То есть уже три, второй, то есть. Давай, пацаны, мочите. На расстоянии всех можно гасить. Если я сейчас возьму этого аниматроника, я Серегу сразу найду. О, черт. Ну шо, нашли? О, подсказка. Я говорю, я в доме большом сижу, там есть нычка, там есть лестница, и там три телепорта. А Серега, наверное, залетел на В под карту, да? По любасу. Ну чё, вы находите? Чел тут за голову летает, а этого золотого Фрей. Ну пацаны, давайте, ну вы не можете найти нас. Это самые лучшие прятки, которые были. Никто никого не может найти. Хотя карта манюсенькая. Давайте я вам покажу, какая карта, чтобы вы поняли. Вот. Не, ну есть какие-то, ну, получается, во. Смотрите, вот и вот, она вообще манюсенькая. Сразу вот кончается. Они не могут найти. Походу. Чё, можем мне взять аниматроника или что? Серега, ты готов проиграть? Я беру аниматроника. Псих выдвигается. Серега, ну что ж ты? Ой. А ты знаешь, что получается? Мы возле друг друга ныкались. Я просто взял аниматроника и нажал удар. И все.
Эй, Серега, я тебя уж нашел. Нечестно. А как это нечестно? Как? Че нечестно? Электроника на радиус, который бьет, да? Ну да, чтоб найти всех. Помочь пацанам. Ну че нечестно? Нечестно, когда вас найти не могут. Ты заныкался? Извини, обстоятельства. Это нычка такая. Нычка. Ты неправильно делаешь. Ты перепрятался. Не, правильно. Ты перепрятался? Я даже перебежал. А где ты? Я под скалку. Если меня Дима сейчас еще раз убьет, то все. Так ты и так уже умер, все. Второй раз. Ты откуда ударил? Вот, отлично, ребята. Дар Драгона нашел. Да, вот такие сегодня у нас ребята выдали спрятки. Вроде бы и все и весело начиналось, но пацаны, которые с нами играли, очень плохо наиграны. Именно на прятки. Если бы, конечно, мы, может, из зомбаков стреляли, то было весело. Серега, что тебе искать? Давай. Ну, а блин, что он не активируется, да? Если вам понравилась эта серия, и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще.